Ребятки, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк на это видео и досмотрите это видео до конца. Тогда в Новый год под елочкой вас ждут крутые подарки. Но только если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и досмотрите видео до конца. Приятного просмотра! Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и сегодня, ребята, я решил стать елкой. Да, ребята, новогодней елкой я решил стать, чтобы поиграть за новогоднюю елку и, конечно же, потроллить бабку Гренни. Ну а вы, ребята, сейчас обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравится троллинг. Ну и, конечно же, ребята, ставьте лайки, если вы любите и ждете Новый год, потому что это, мне кажется, прям вообще замечательный праздник. И, короче, сегодня мы, ребята, будем троллить бабку именно елками. Сейчас. Как бы, ребята, сейчас давайте вот здесь пока на улице поставим их. Так, давайте маленьких вот тут поставим. Так. Как раз таки. Раз, два, три, елочка гори. Это чё? О! Житель? Здоровченко, баб! Чё? Ты зачем елку себе напалил-то, а? Да ты понимаешь? Зафига ты. Бабка, я бизнес придумал. Бизнес придумал, бабка. Какой бизнес? Елочный, у меня куча елок. Так, и чё? Короче, можно перед Новым годом их продавать и зарабатывать на этом. Так, я тебя не вижу. Да подожди свое сначала, так сказать, маркетинговую компанию выложи. Да я тебе говорю, так, я... Подожди. Вот это вот тоже интереснее, понимаешь? Вот это когда... Конечно! Вот это вот интереснее. Так. Ты мне объясни, чё, почему, почём? Я тащу тебе ёлки. Маленькие, так. По 100. Средние, подвинься. А ты думаешь, будет брать? Подвинься, я тебе говорю. Ты вот, я тебя спрашиваю, ты думаешь, будут брать? Мам, средненькие, по 200. Да. А крупные, вот такие вот и ели. Сейчас я тебе вот сюда и поставлю. Какие? Вот такие, по 500. А ты думаешь, их будут брать? Да, в преддверии Нового года, конечно. Все. Слушай, ну... По рукам, ты согласна? 100, 200 и 500? Да, мои 50%, все остальное твое. Так, твои 40, мои 60, все правильно? Хорошо, тогда все елки у тебя хранятся. Я что, не против? Пожалуйста. Все, договорились. Так, то есть, так, вот это забор можно снять, и я ее в другое место поставлю, да? Давай. Вот сюда ее забабахаю. Так. По 500, если так бабушка продаст 5000 елок. Ребята, надо больше елок. Так, 5000 елок, если продаст бабушка. Так, это получается в наваре. Так, если 40% я ему отдам. Так, а эти по 100, если вообще 1000 штук продать. Так, что бабушка будет вообще богатая? О, на 500 лет вперед? Вот это мне уже нравится. Какие 500? Ты о чем, бабка, там? А, да это я о своем, да. А, ну ладно. Это я... Я сейчас как все проставлю, я тебя позову. Доходы свои подсчитываю, так сказать. Так, это можно в подвал отнести. Так, это сюда, ага. Нормально. Замечательно. Так, бабка, сколько ты, думаешь, планируешь поднять денег? Ну, посчитала около 10 тысяч алмазов. А, ну нормально. И мне перепадет, вообще кайф. Нет, а тебе отдельно? Ну, естественно. Да, мне да. Поменьше можно. Куда мне столько алмазов-то? Да я не знаю. А что ты решил вообще это елочным бизнесом заняться? Да все сейчас елками. Куда ни плюнь, везде елки. Представляешь, пошел сегодня в магазин за хлебом. Пока шел, 5 человек мне елку предложили. Я думаю, ну я буду 6-м всем предлагать. Так их никто не берет? Берут еще как, машины только идут машины с елками. Так. Ну, я и заказал себе 8 машин. 8 машин елок? Ну да. Так это сколько, ой, сколько мы продать-то, что можем-то, елки? Так, а я тебе же и говорю, ну, понимаешь, какой бизнес-то? Так это... Бабка, главное, чтобы никто только не пронюхал. Куда нюхал? Не пронюхал, главное, чтобы никто. А кто может... Не, ну хулиган, конечно. Ну видишь, я какой себе костюм напялил. Да, как я вообще-то типа под елку замаскировался? Типа я елка, сам елку продаю, я елка. Да. А, типа... Слушай, может мы тебя тоже продадим?
Ты шо, бабка, сдурел, что ли? Да ладно, шучу, чё ты ж. А у тебя и шуточки странноватые. Ладно, ладно, я упаковываю ёлки. А чё, представляешь, чё? Живая ёлка. Ты ещё алмазов. Это же вообще просто... Ага, которая потом сбежит у тебя из дома. Это тебе петь на Новый год. О, бабка! Тудым-сюдым. А давай ты мне за 5000 кому-нибудь продашь, а я потом убегу. О, запросто хулигану. Не, хулиган не возьмёт, я его в прошлом году так развёл. Блин, так, подожди. Так я деду продам, деду тоже любят елки. Да? Всё. Ну вот, все. Дедовскую пенсию себе в карман-то надо положить. Вот мы и порешали, а я ночью убегу от него. Да, да, вот это я согласна, да. 5000 алмазов на кармане, а это дед пусть сидит вам с маленькой елочкой за 100 алмазов. Я это не будем дедову комнату портить. На-на-на-на. Ну что ты там, я уже иду? Не-не, погоди, погоди, сейчас еще немножечко. Ну ты там как-то побыстрее свои колготки шевели. Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть. Жду. Так уже Новый год настанет, пока ты там это все сделаешь. Так ты пока начинай обзванивать клиентов. Пеннивайзу вон позвони. А, точно, что ты мне раньше-то не сказал? А я не знаю, что ты сидишь там это. Не, ну ты, да вообще-то я не сидела, а елки убирала, если что. Какие елки убирала? На склад там. Олё, а? Пеник. Короче, слушай, какая тема. У бабушки есть елка самая высокая, самая качественная. Да ты так. Такую даже вообще в жизни не видывал, ты понимаешь? А, да, да я тебе, вот, смотри, она стоит 2000, огромная. Но так как ты мой близкий друг, о, слушай, я бабка тебе пошла. За 1000 ее просто вот прям вот от сердца оторву, я там берешь 3, хорошо, записываю. Эпеник, 3 елочки, все, давай, целую, давай, ага. Все, бабка, заходи. А вот и бизнес-то пошел. Все, бабка, смотри, я там упаковал, пойду в гараж упаковывать. Кого упаковал? Елки. Это чудо! Это что такое-то, а? Это... А чё тут везде? Ты зачем их в мою комнату-то наставил? А куда их был ставить-то? Ты чё вообще? Так, ну-ка иди сюда, слышь ты, ёлочный житель, я тебе сейчас устрою. Иди сюда, я тебе сказал, ещё и мебель мою спёр. Ах ты гад, ну всё. В смысле спёр? Сейчас я из тебя все иголки-то вытрясу. Ну-ка, сейчас я тебя найду. Да в смысле спёр? В гараж пошел? Сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. Сейчас я тебе... А я не в гараже, я вон сзади тебя. Где сзади меня? Да вон, вон стою. Сейчас я тебе иголки такое куда засуну. Ну-ка иди сюда. Да ладно иди тебе, баб... я тебе сказала. Быстро сюда подошел. Да я вон уже на втором этаже. Так, ну все, если ты сейчас не появишься на крыше, то тебе хана. А зачем мне хана, если я елки ставлю? Так, раз... В гараже теперь ставлю, вот. А раз, а два, тари. Два с половиной. Ёлочка горит. По-хорошему не хочешь, хорошо. В баньку елку поставим? Да, сейчас я тебе в баньку-то и поставлю, да. Сейчас. Папка, ты какая-то сейчас, злая, мне сейчас кажется. Сейчас ты у меня будешь, знаешь, какой елкой? Какой елкой? Я же не елка тебе. Я тебя спрашиваю, знаешь, какой елкой будешь? Какой? Тонущий. Почему тонущий? В чем тонущий? Ой, ой, бабка, бабка, холодно же. Ты будешь топнуть. Все. Бабка. Сейчас я тебе вот так еще раз на территории моего дома я увижу тебя. Ладно, ладно, все, не буду. То тебе я тебя в лед закопаю. Хорошо. Так, елки теперь придется убрать. Так, на крышу елку мы поставим. А, то есть ты не понял, хорошо? Так на крышу гаража тут-то можно поставить, нет? Сейчас я тебе устрою крышу. Ладно, все, все, понял, ушел, ушел. Под лед тебя. Все, не надо, не надо, все, 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 пошел, пошел. Где мой лед? Ой. Холодно, елочки, зимой. Сейчас ты у меня будешь вот здесь вот сидеть. А взяли мы елочку домой. Да, 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 и тебя я тоже домой возьму, конечно, конечно. Ой, ой, Тимотка, ой, бабка, бабка, бабка. Сиди там. Бабка, ты что, кислорода в нету? Будешь замерзающей елкой. Ой, 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 ой. Фух, холодно-то как. Еще ой. Просто тебе тут убить. Все, все, я домой пошел. Я тебе иголки в одно место засунул. Все, пока, бабка, пока. Фух, ребята, кажется, бабка не поняла, что это я. И пускай теперь елки из дома выгребает сама. Ребята, нормально, мы так это поиграли за елку. Ну а вы сейчас, ребята, обязательно ставьте лайки, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.